Всем привет! Теперь «Картина ТВ» стала еще удобнее. В приставках «Картина Лайк» и «Картина Релакс» мы добавили новую функцию – расширенную программу передач. Эта опция позволит вам ознакомиться с более подробным описанием той или иной программы. Активировать функцию достаточно легко. Нужно зайти в настройки «Картина ТВ», выбрать дополнительные настройки. Вы видите их сейчас на экране. Здесь меняем значение параметра расширенной программы передач с выключено на включено. Переходим к просмотру телеканалов. На вашем пульте нажимаем кнопку Return. Затем топ-меню. Переходим в приложение «Картина ТВ», выбираем необходимую категорию и запускаем телеканал. Вот как на экране. Чтобы открыть подробное описание передачи, ну, в нашем случае мультфильма «Тима и Тома», нужно нажать дважды на вашем пульте кнопку «Инфо». Возможно вызвать описание и не запуская канал. Для этого вы можете вызвать меню со списком каналов, нажав на пульте кнопку «Enter». Выбрать нужную передачу и на пульте нажать кнопку вправо. Приятного просмотра!